Всем привет! Сегодня у нас ноутбук Samsung R510 вроде бы. Здесь стоит Vista. Вот. После проверки антивирусом перестала запускаться система. Скорее всего, антивирус какие-то файлы системные удалил вместе с вирусом. Потому что вроде что-то удалялся. Не, он перестал запускаться. Перепробовал всевозможные варианты. Ну, как всевозможные. В командной строке команда SFC не работает. Диск, ну, типа, заблокирован, пишет. Вот. Соответственно, вообще никакие команды не работают. Ну, блокнот открывается. Можно зайти в этот Explorer, посмотреть там что-то. Через Explorer попробую диск на ошибки проверить. Что-то он там проверил, но все равно, короче, не помогает. Вот, всевозможные способы там автоматического восстановления тоже пробовал, точки восстановления там две штуки есть, тоже не помогают. Вот сейчас тут пробую встроенной программой от Samsung, какая-то Recovery Solution 3. Быстрое восстановление пробовал, не помогло. Сейчас вот идет полное восстановление, то есть по идее диск C перезаписывается полностью. На диске C нет файлов никаких, там есть еще диск D на нем. Вроде как фотографии, но я их на всякий случай скинул. Думаю, что они не затронутся, потому что здесь только диск C используется. Вот, он сейчас как будто к первому включению устанавливается. Соответственно, конечно, программы слетят, но там, по-моему, кроме офиса ничего не было. Вот. Думаю, что поможет. В комплекте еще диск идет с Vista. Он же диск восстановления. Через него тоже пробовал всевозможные те же командные строки, точки восстановления и так далее, ничего не помогает. Вот, осталась надежда на эту программу. Думаю, что поможет. Сейчас пройдет процесс, посмотрим, продолжим. Заодно потом поснимать, что за ноут, какие параметры. Ну, видно, что здесь Pentium, скорее всего, какой-нибудь, ну, да, Dual Core. Видюха NVIDIA, значит, тут еще внешняя видеокарта какая-то есть. Ну так больно, больше ничего не понятно, что здесь еще есть. Ладно, потом продолжим, как посветлее будет. Так, как я и думал, все включилось. Полное восстановление помогло, быстро не помогало. Диск D остался целый. Так, посмотрим, что здесь за железо. Видеокарта 9200M GS, 2 гига оперативки, процессор Core 2 Duo T3200, 32-битный. Вот, не часто Vista увидишь вживую, так что прикольно. Так, диск D целый, как и был, диск C получается... Первоначальный запуск. Тут еще McAfee стоит какой-то старый. Microsoft Office. 60 дней ознакомления. Сейчас какой-нибудь офис сюда накинем. Антивирусник. Поставим обновление последнее. И, наверное, все. Думаю, что ключ-то, скорее всего, активировался. Я надеюсь. Который здесь был. Так-то он на обратной стороне, если что есть. Да, активация выполнена, ну все, это отлично. Короче, система рекавери от Samsung помогла. Завтра еще дозапишу, когда посветлее будет, какие здесь разъемы, так, для информации по этой модели. Пока на паузу. Итак, хотел обозреть ноутбук заодно после ремонта, что из себя представляет. Так, модель R510, Windows Vista Home Premium, снизу аккумулятор, слева HDMI, VGA, USB, картридер старый, микрофон, наушники. Так, здесь подписаны даже значки под них. Динамики спереди, с этой стороны DVD-ROM. Так, интересно, а что, только один USB, что ли? Ага, вот еще сзади два USB и LAN разъем.
всего 3 USB получается. Ну, так он вот. Кстати, после переустановки, как бы восстановления, почему-то не работают сайты. Как бы Bing вот этот работает, а Google почему-то нет, Яндекс нет. Теперь что-то пишешь, в Bing он находит это. Даже, например, сейчас напишу Google Chrome. Он его находит, но на сайт Google не переходит, выдает ошибку какую-то. Очень интересно даже, из-за чего такая фигня. Вроде все обновления установили, даже сервис пак 2 для Vista установился. Не может отобразить, как будто что-то с DNS. Да. Так, ну вот сейчас еще подумаю, что тут можно сделать. На этом будем заканчивать. Всем пока.